Всем привет, с вами я, Саша. Сегодня мы поиграем в игру CSGO. Ой, CSGO говорю. CSGO я скоро, может быть. Не говорю, что точно, но может быть. Я уже CSGO тоже, ну CSGO запущу тоже на свой канал. Но пока что у меня только Counter-Strike. И он в браузере. Он в браузере плюс. Так что вам не придется его даже скачать, просто подождать. Ну вы можете Counter-Strike поиграть. Я ссылку дам. И там еще один есть Counter-Strike. Но в нем нельзя покупать оружие. В нем там нельзя покупать. Там просто. Там выживание там сразу дают одно оружие. Если спецназов, то у него такая спецназовская штучка. Ну, оружка точнее. Хедшот. Сейчас надо купить патроны. Вот. А, и как перевести будет потом вам на русский язык. Если вы не ладите с английским, я потом в конце расскажу. Ну вообще никогда не умру. А когда я поставил, ну когда я вчера еще играл, ну я эту игрушку вчера обнаружил, а то я, короче, так настроил, чтобы они мне делали один урон, но чтобы я убивал их с одного. А, тут так само классно, что можно вот так делать. Все, они отлетают. Маза, маза, фака, 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 бич, бич. Не, маза, фака, я бич. Ну, меня слышно, потому что это такой тест. На, бич. Что это за бич? О-о. Дебилы. Чтоб какая оружка, оружка... Случайно не... Блин... Где... Да сейчас мы ее купим. Привет! Хочешь хедшот? А, у нас точно патронов нету. Ага, 4 минуты. Эта игра у нас длится. Сдохни. Даже ты девка, но я тебя никогда не помилую. Не. Короче, я в контре. Знаете, я вчера с другом играл в контре. По скайпу. Короче, я врагу нашему. Я бы вроде за красного. И мой друг. За красных. И короче я такой беру снайпу и ему в жопу пуляю. Ну не друга, а точнее не ранее друг, а именно там донату. Представляете, донат такой убивает моего друга, ну из-за этого
спекулянта вроде как, не знаю. Короче, я такой, ну, там был, убивал у моего друга этот самый. Как его? Ну, тот самый. Короче, донат один убивал моего друга. И я ему как в жопу попал этому врагу. И его еще и спас. Ладно, я вам расскажу, кто он. Роман Яцкевич, Патрон Геймс. Патрон Геймс. Ваш патрон, на которого я дал ссылку. Наверное, я скоро через 3 минуты буду заканчивать. Потому что это много кажется. Это у меня ножик, как в этом CSGO. Не понимаю, а почему так важен ножик в CSGO? Напишите мне, плиз, в комменты. Ну и что красивый нож выпал, что он дает вам? Ну что он дает? Оружие. Полетел, короче. Сижу на время, чтобы не обмануть, что осталось 2 минуты, 1 минута. Ладно, буду на этом посещаться. Сейчас. Выход. Так. Убийств 102. Смерти 1. Голову 2. Деньги. Короче, ладно. С вами был я, Саша. И сегодня мы играли в Counter-Strike. С вами был я, Саша. И поставьте мне лайк, подпишитесь. Ладно, я еще немножко побуду. Всем будет бай-бай через полминуты. Всем пока. С вами был я, Саша. И ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!